Спокойно, спокойно, у вас видео не лагает. Все нормально. Вот так у меня работает главное меню Fallout 3. Всем здравствуйте, это предпоследнее ППЗ на канале. Это Fallout 3, за который вы голосовали на bioelenart.ru. И вот так вот у меня работает эта игра. Вне зависимости от того, что я поставил все вроде патчи, только главное меню так лагает. Когда запускаешь игру, в игре все отлично, менюшки тоже отлично идут и прочее. А вот главное меню лагает как жопа. Просто как дикая жопа. Ну, в общем-то, предыдущая игра в ПЗ была Fallout 2, да, Fallout 2 есть на канале, и пришло время сравнить, что же такое, ну, естественно, вы уже знаете, я тоже Fallout, если что, Fallout 3 я проходил, когда он был новым, но, по-моему, я бежал чисто по сюжетной линии и ни хрена не понял, либо я сходил куда-то сюжетный, не знаю, посмотрим, что сейчас будет, поглядим и проблюемся, кто-то проблюется, кто-то кайфанет, в общем, посмотрим. Да, если что, Games for Windows Live я тоже поставил, он рабочий, между прочим, рабочий. И, кстати, Cool Story Bob, когда-то очень странно были распределены ключи у Games for Windows Live. Они были как-то забагованы, то есть одним ключом от одной игры можно было активировать много других игр. И по сути, вот когда я запустил Fallout 3 в Steam, да, у меня, чтобы запустить Games for Windows Live, ну точнее, чтобы ачивки были, чтобы сохранения были и так далее, привязывались к профилю, меня попросили ввести ключ, а никакого ключа-то и нету. И я порылся на полках, блин, вот здесь вот просто, понимаете, сыграло роль то, что я диски не выкидываю для ПК, да, и нашел Gears of War, оттуда вбил ключик, и он активировал Fallout 3, хотя у меня Gears of War как бы активирован этим же ключом на этой же платформе, так что классная защита была просто охрененная. Ну, в общем-то, мы начинаем, и погнали, сейчас будет хорошо, сейчас 4 FPS, а сейчас будет целых 500, да. Черт, скажите, что 500 будет. Нет, окей, сейчас меня забанят за этот ролик на Ютубе, потому что здесь будет чертова музыка, и поэтому я должен вам что-то рассказывать в этот момент. Я что-то там должен сказать? Или просто музыку нахрен убрать? Мы же все это сами все равно слышали, и вы все знаете, что здесь будет, да? Поэтому какой смысл? Хотя какая мне разница? Я все равно как бы, ну, так, тут просто пробегом. Все равно прохождение предпоследнее, так что... Ну, давайте скажем, ты как бы, да, так что вступитель ролику Fallout 3 хорош. Вот реально хорош. Вот здесь как бы не отнимешь того, что как бы тот Ховард постарался немножечко над роликом, ну, после всяческих The Elder Scrolls-то. Как бы внушает. А знаете, там будут говорить, что сюжета не хватает и прочее. Это вы Fallout 2 поиграйте, там сюжет есть, и сюда как бы перенесите все что. Ну, я вообще, кстати, не понял, почему мне предложили Fallout 3, не Fallout New Vegas. Ну, как бы, окей. Ладно. Хотя Fallout New Vegas, по-моему, я проходил... Да, я проходил, кстати, Fallout New Vegas на стриме когда-то давным-давно. Fallout 4 я, кстати, не проходил, кроме DLC для... Ну, для YouTube, для Twitch'а. Но, как бы, наверное, никто не хочет Fallout 4. Да, я думаю, Fallout Vegas, кстати, был бы более адекватным выбором. Ну, ладно, третья часть, так третья часть. Погнали. Почему бы и да? Bethesda Game Studios представляет Fallout 3. Война. Война никогда не меняется. Снова, да? Давай. Война. Тот же самый актер звучки. Война никогда не меняется. С самой зари человечества, когда наши предки впервые взяли в руки камни и палки, кровь лилась рекой во имя чего угодно. От бога и справедливости до банальной ярости психопата. В 2077 году, после многих тысячелетий вооруженных конфликтов, разрушительная природа человечества не смогла дальше сдерживать себя. Мир оказался ввергнут в гиенну атомного огня и радиации.
Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории человечества. Ибо хотя люди и преуспели в уничтожении мира, война не меняется. В первые дни тысячи людей спаслись от ужасов Армагеддона, укрывшись в гигантских подземных убежищах. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный ад пустошей. Всех, кроме жителей убежища 101. Ибо в тот день, когда небо пролилось огненным дождем, огромная стальная дверь убежища 101 закрылась навсегда. Это здесь вы родились, и здесь же и умрете. Ибо в убежище 101 никто не войдет, и никто не выйдет. Что-то, какое это предназначение этого убежища? Смысл какого? У каждого же убежища есть какой-то определенный смысл, то есть там везде социальные эксперименты, а здесь какой, типа, когда, через какое количество времени умрет человечество в замкнутом пространстве? Вариант, кстати. С дерева. Посмотрим, ты мальчик или девочка? Батя, ёп твою налево! Ты не видишь, что там что-то висит? Так, подожди, а чё он такой маленький? Бать, у тебя херовые гены, это от мамки пришло. Бать, я пацан, но пожалуйста, ты мог что-нибудь сделать с вот этим вот между... Ты твою мать, я даже не уверен, я девочка или мальчик, но как бы... Я вроде мальчик. Мальчик, Кэтрин, у нас... Кэтрин, как ты вообще он смог это туда как бы всунуть, ты издеваешься? О, Джеймс, у нас сын. Бать, как ты вообще этим можешь пользоваться? Мальчик, наш прекрасный сын. Бать. У тебя впереди большое будущее, сынок. Я уверен. Ну, у меня не будет будущего, ты вообще видел, во что ты меня превратил? Привет, я твой папа, малыш. Папа. Тебе потребуется имя, верно? Мы с твоей мамой долго это обсуждали. Как тебе нравится имя? Бать, ну я слышал, как ты обсуждала с мамой мое имя, и она говорила: «О да, Пипези 51! О да, Пипези 51! Еще!» Так вот, как бы, я не хочу, чтобы меня назвали Пипези 51. Какое? Кто это имя вообще придумал? Что за идиот? Поэтому я возьму другое. Я возьму другое имя. Меня будут звать Пипезито. Пипезито, понимаешь, потому что Пипези 51, оказывается, мать его, есть. А Пипезито, ну вот я второй Пипезиту. Получается, Пипези 1 это Пипези 51, Пипези 2 я, да, я буду меня звать Пипезито. Потому что это по моему языку будет Пипези 2. Вот Пипезито, погнали. Я теперь Пипезито. Хорошее имя. Правда? Отлично, да, отлично, классно придумали. Подходит. О, кажется, да, Пипезито. Закончили генную проекцию. Ну-ка посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда вырастешь. Твою мать, бать, а уродов не выдавали, нет? Черт, я же Пипезито, я как бы должен быть латиноамериканцем тогда. Почему латиноамериканец? Он примерно такой же, как афроамериканец и азиат. Ну хорошо, я буду латино, мать его, американцем. Понял, бать, я согласен. Я буду говорить тако-тако, буррито-буррито везде. Так, пол, нормально все. Итак, лицо. Ну, бать, ты зря меня привел сюда. Итак, у меня очень, мать его, будет тяжелый лоб. Очень, мать его, широкий лоб будет. Не знаю, нет, это не лоб, фак. Большой лоб у меня будет. Он будет у меня коротким. Он будет у меня наклонен вперед. Не-не-не-не-не, я хочу яйцевидную голову, как бы. Чтобы шапки надевать удобно было. Итак, брови. Я должен быть насупленным, чтобы все боялись, думали, что такое. Не, я сказал насупленным. Вот таким насупленным.
Отлично, глаза. Вот супер на супер, чтобы они такие все стрельнули, такие, ух ты, тварь. И смотрите, они их вот так вот прищурившись, мол, такой, да я знаю, что ты задумал. И вот так вот, вот так вот смотреть на этих всех. Так, нос, что у нас, ну... Надо, чтобы нос выделялся, так сказать, чтобы все знали, что не стоит со мной играться. Наверное, у меня из этого будет больше денег, как бы, но я не уверен, нужен большой нос. Что такое Сильон, не знаю, у нас... Понятно. Бать, ну вроде все нормально. Так, большой рот, чтобы много всего вместилось внутрь. И перекус. Что такое перекус? Пусть большой рот. Итак, щеки. Ну, щечки-то мы сделаем красивыми, красивыми. Вот самое главное, будем привлекать, как бы, людишек-то к себе. Так. Естественно, выступающая челюсть. Я же хочу с людьми нормально разговаривать. А если она будет, как бы, не выступающая, чем я буду выступать-то, а? Самую большую, широкую челюсть. Без наклонов и... Вогнутую, отлично. Бать, ну я красавец просто. Супер красавец. Ни разу не похож на инопланетянина. Так, подбередок, да, подбередок. Итак. Вот так, как будто все будут, все бы думали, что я чем-то недоволен. Так стою такой. У, тварь, ты от меня что-то скрываешь? Буду похож на мафиози. Так, оттенок. Я, пожалуй, как бы оставлю так. Но цвет глаз у нас будет любой. Волосы, о, да. О, да. Итак. Я сразу родился лысеющим. Блин, я даже не знаю, какая из них самая клевая. Они такие все охрененные. Блин, ну модные. Модные. Самое главное, модные. Сосна. Сам ты сосна, это волосы. Сосна в другом месте, братан. Так, ну вот я вот даже не знаю. Тут как бы есть вот такой вариант потрясающий, а есть вот такой вариант потрясающий. Я думаю, что это намного лучше. Потому что здесь как бы еще видно, что у человека есть там остатки достоинства, и он может взять и просто такие... Показать, что, мол, он не лыком шит. Борода и усы. Конечно же, борода и усы. Мы должны компенсировать отсутствие волос усами. О, я же могу стать стрелком. Боже, или вот это же просто пропуск в трусики. Бать! Бать, ты так маму нашел, да? О, бать, да ты хорош. Ты хорош, батя. Теперь я знаю больше. О, боже, тут еще есть лучше. Крутой парень. О май гад. Слушайте, ну это же просто... Вот это! Ну я думаю, что мы нашли с вами уже как бы подходящие усы. Дальше можно не листать. Они были в самом-самом начале. Где этот пропуск трусики-то? Не понял. Не понял. Вот это ведь оно, да? Нет, подожди, там еще выше было. Так, стоять. Джентльмен. Вот, мы будем джентльменом, ребят. Вот таким, в принципе, кто-то бывает 18 лет. Все нормально. Бать, ну я красавец просто. Да, меня, просто меня абсолютно устраивает персонаж. Ну так да, это вылитый ты. О, какой. Весь у маму. Особенно усами. Перед тобой откроется огромный мир, сынок, полный разных людей. А ты? Каким человеком будешь ты? Бать, у меня вопрос, если ты белый и... Джеймс! И мамка белая, как я, Афразия? Ты как бы, ты еще точно хотел мне 50-50 назвать? А может это из-за того, что имя выбрал заранее? Раз и... На УЗИ даже не посмотрел. Бать! Бать! Ты это... Держись, зачем он там держаться? Ах ты, старый извращенец, при ребенке это... Ах ты, тварь. Год спустя. Бать, мне там сказали.
Год назад нужно идти на свет, теперь не надо идти на свет. Пошел в жопу, папа, я хочу. Что это? Ты справишься? Пап, пошел нах, я не знаю. Док, ты будешь так стоять, дебил. Пап, иди нахер. Ничего себе. Боже мой. Едва год исполнился, а как уверенно ходит. Мама бы тобой так гордилась. Слушай, малыш. Блин, мне знаю, сам нравится, сам Господь Бог мною гордится. Но потерпи минутку. Слышь. Побудь тут, пока папа сбегает в кабинет. С тобой все будет в порядке, сынок. Ты... Я мигом вернусь. Это что, я... Да, блин, я даже колбаски не забирал у Сечина. Чё меня сразу посадили-то? Дайте хоть какую-нибудь колбаску, я готов перекинуться с собой колбаской. Шарик. Пап! А сколько этот шарик катается? Пап, ты лох! Ты совсем тупой. Я явно в тебя. Я явно в тебя. Так, выйти. Мне вот это трогать-то надо. Ага. Точно. Ну что, как бы, ребят, я как истинный афроамериканец, попавший в США, что я должен делать? Во-первых, я должен быть суперсильным. Это значит что? Это значит, что я должен быть суперсильным. Суперсильный. Суперсильный. И раз я же попал в США, и меня никто не прогнал, я должен быть суперудачливым. Суперудачливым. Итак. Супер-пупер удачливым. Да где там удача-то? Итак, L значит удача. Это просто мне всегда везет, и случается только хорошее. Я готов проходить так. Это идеально. Идеально. Сила 10, удача 10. Мне больше и не надо. Потому что вы меня видели вообще, нет? Какой выносливый! Вы о чем вообще? О чем вы, мать, вообще говорите? Такое-то выносливый. Ну, может быть, чуть-чуть. Я же вынес папку, да? Как бы чуть-чуть, но вынес папку. Харизма! Какая харизма? Я могу говорить «Токо-токо, бурито-бурито». Я как бы настолько же харизматичный, насколько моя тапочка. Да, я сейчас оскорбил все тапочки. Восприятие, что воспринимать, я афроамериканец? Мне нужно просто идти на север. Все, я воспринимаю вот настолько. Интеллект, какой интеллект? Нет, конечно, если, конечно, сравнить со всеми афроамериканцами. Афроамериканцами? Не афроамериканцами, латиноамериканцами. Над ними же можно шутить, да, еще над собой. Ну, я над собой шучу, я же латиноамериканец. Ну, ловкий. Не, ну вот здесь, как если подумать, то, в принципе, ну, допустим, забор-то я как-то перелез, да, вот этот построенный Трампом. Да, перелез. То, чтобы, ну, ума хватило, то, чтобы перелезть, это не надо было. Надо было идти на юг. Надо было идти в Россию. Там латиноамериканцы принимают как родных и могут тебя поселить тупо, чтобы ты жил в этом доме бесплатно. Я думаю, это нормально будет. Какого хрена я не могу? Серьезно? Блин, ну. Бать! Спешл система, отстой! Мне не нравится. Лютый отстой. Ну, тогда так. Но самое главное, сила и удача в этой жизни. Сила и удача, и вот все будет очень хорошо. Полистать книжку «Система Спешл». Полистал. Что дальше? А что очень сложный? В смысле требуется навык взлома? Бать! Я не насрал в угол. Это не я, это ты. Вот так маленький исследователь. И по делам мне. Не стоило тебя забирать. Бей по яйцам, побежали. Бей по яйцам. Смоли, мы сможем. Что тебе надо? Это была любимая цитата твоей мамы. Это из Библии. Откровение 20. А я думал, что из книжки по Майнкрафту, в принципе, похоже. Я есмь альфа и омега. Начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Пап, ты наркоман? Она всегда это любила. Там не по-русски ладно, написано, пошли. Как ты читаешь-то? Пойдем посмотрим, хочет ли твоя подружка. Пап, я точно поиграть в тебя, ты не придумаешь, нет? Если я в тебя, то у меня как бы интеллект 4 из 10. Это двойка.
Я даже по вступительному баллу в человечество не прохожу. Бать, а если я сейчас умру, пока я иду? Бать! 9 лет спустя. Ты слишком быстро включил свет. Ты ослепил бедного ребенка. Да пошли вы все в жопу! Ты иди в жопу! Как быстро он вырос! Кто вы такие? День рождения, сынок. Поверить не могу, что тебе уже 10 лет. Я так тобой горжусь. Если бы твоя мама... Молодой человек, мне не нужно говорить тебе, что это особый день. Ты кто? Здесь, в убежище 101. Когда тебе исполняется 10 лет, ты начинаешь участвовать в общей... Почему работе? Я ничего не помню из того, что было последние 9 лет? Как смотритель, вручаю тебе твой личный пип-бой 3000. Я здесь раб? Привыкай к нему. Хоть не анальный? Завтра ты получишь Навальный? Первое рабочее задание. Веселись. А что это сверху появляется? У вас тоже у всех сверху появилось? Ребят. Наслаждайся. Ребят. Ребят, тут какая-то херня сверху появилась. Я умер? У меня буха... Здравствуйте. С днем рождения! Ха-ха! Твой папа боялся, что ты обо всем догадаешься. Но я сказала ему, чтобы не волновался. Тебя так просто обвести вокруг пальца? Вы меня не обманули. Просто было прикольно притворяться, что я не знаю. Вот врунишка. Ладно, раз у тебя так хорошо с догадками, что я приготовила тебе в подарок? Давай уже мне подарок. Ладно, ладно. Последний вопрос. Кто твой любимый варвар? Правильно, Грогнак. Выпуск 14 и все страницы на месте. Хочешь верь, хочешь нет, нашла его в коробке папиных старых вещей. Как-то странно, что он тоже когда-то читал комиксы. Ладно, лучше я отпущу тебя пообщаться с остальными гостями. Потом поговорим, ладно? С днем рождения! Какой день рождения? Ты о чем? Праздник удался? Нет, это же Влад Коп, я не знаю, кто это, но мне говорили, что плохо. Прям уходил из чистилища и говорили, что плохо. С днем рождения, сынок. Какой сынок? Пошел ты в жопу. Это я? Я красивый. Черт, надо было интеллект в единичку ставить. Фак. Ну и насрать. Веселишься? Как получилось, так и получилось. Мы же говорили, что чем больше, тем лучше. Чем меньше, тем не лучше. С днем рождения, я тебя убью. И тебя убью, и тебя убью. Что, одна из моделей 3000, а? Настоящий. Неплохой, кажется, вышел праздник. Для малыша. Шарики, колпаки. Не то, что моя вечеринка, конечно. Помнишь, как мой папа заставил Энди показывать фокусы? И как мы все потом играли в «Догони мутанта» в шлюхи. Аквариуме? Наркотики, да? Да, тебя же на мою вечеринку не приглашали. Какая жалость, вот там было реально весело. Да ты уже наркоман, по тебе видно. Спасибо за приглашение. Праздник и правда классный вышел. Я знаю, что мы с Бочем тебя немного доставали. Но ты же не расстраиваешься из-за этого, правда? Я рисую ваши обезглавленные тела каждый вечер. Рождение, все такое. Хочу я рисовать. Я лучше вернусь. Ну, понимаешь. Че? Куда? О, вы теперь лучшие друзья. Самоуничтожаться? Ах ты, железная мразь! Что все хотят пообщаться за меня? Я просто вне себя от стыда и своего. Я попросила тебя не быть таким официальным. Я понимаю, что ты шутил. Позволь мне поздравить тебя с днем рождения. Я буду жертвовать тебя кусок торта. Засуньте им в жопу кочергу и проверните. Чтобы его все время звали жителем убежища. Кроме того, можно иногда напоминать твоим друзьям, что жизнь — это не только веселые игры. Это же правда. Надеюсь, ты ценишь вклад Аматы в этот праздник. Ты ей очень нравишься. Вот уж не знаю почему. Конечно, я ей нравлюсь, я же такой обаятельный. Главное, молодой человек, не особо злоупотребляй ее дружбой. Я все еще смотритель, и я в ответе за это убежище и за каждого его жителя.
тебя всегда есть хорошие мысли. Праздник удался? 10 лет, боже мой. А ведь твой папа, кажется, только вчера пришел. А тебе, я так полагаю, 15, да? Не слушай мои бредни. Ты же ждешь подарка. Давай, нет? подарок. Надеюсь, вы принесли мне что-нибудь получше, чем в прошлом году. Вот так-так. В мои дни молодежь была повежливой. Пошла в жопу. Старших уважали. Конечно, тогда у нас был настоящий... Ты до 16 доживи хотя бы. Достойные уважения. Не такой, как этот вот, со своими правилами и тайнами. Меня так и подмывает просто взять и сказать тебе. Боже мой, снова я нагрузила тебя стариковскими историями. А ведь ты терпеливо ждешь подарка. Думаю, можно было бы и повежливее его попросить. Но раз уж сегодня все равно твой день рождения, то вот, держи рулет. Рулет? Я его испекла специально для тебя. Бабка, ты издеваешься? Рулет? Думаешь, он не догадывался? Макароны! Не сомневаюсь. Супер круто, да? И в голову не пришло что-то подозрить. Кто главарь банды, ты или я? Это твой день рождения, играй, общайся, спасибо. А этот дурацкий робот испортил весь торт. Заткнись. Дай-ка мне булочку, которую тебе дала бабуля Палмер. Конечно, Буч, плюнуть на рулет и протянуть ему. Ха! Мне твои сопли не нужны, ты об этом пожалеешь. Посмотрим, на что ты годишься, когда взрослых нет рядом. Я этот рулет заставлю сожрать. Вот такой дурак. Не обращай на него внимания. Он ничего от меня не получил. Сказал, что я еще об этом пожалею. Вот придурок. Поверить не могу, что он пытался испортить тебе праздник. Ладно, это же Буч, да? Чего еще от него ожидать? О, на меня смотрит твой папа. Думаю, лучше я дам остальным тебя поздравить. Змеи, спасибо, классно, что пришел, да? Стэнли. Змеи, я знаю, ты был убежище. Очень занят сочистителем. Привет, сынок. Все в порядке? Развлекаешься? Кто еще меня должен здесь поздравить? Прошлой ночью мы с Энди ее снова починили. Да что ты нашиваешь, поверить, а? Не могу, я рад, заставил меня пойти на рождение, сынок. Что угодно, верно? И так, ты еще знаешь, чтобы стать полезным. Ну, не знаю. Нравится тебе пинбой, сынок? О, боже мой, почему вы говорите с тем чуваком одинаково? Не нравится мне, как его снять. Снять? С какой стати тебе его снимать? Твой пип-бой, твой лучший друг навеки. Да пошел ты в жопу! Само же снять его и нельзя. Биометрические печати и так далее. Я бы мог тебе рассказать пару историй, как снимали их со стариков. Но, боюсь, это не лучшие темы для детского праздника. Мясо, кровище, расчлененка — это лучшие темы. Скоро ты не сможешь себе представить, как без него обходиться. Конечно, не вопрос. Вы принесли мне подарок? Заболтался я про твой пип-бой и напрочь забыл о подарке. Вот, держи. С днем рождения. Не ахти какой подарок, но надеюсь, тебе понравится. Может быть. Как вам праздник, миссис Палмер? Детская бейсболка! Где это? Почему у меня холодное оружие 27? Потому что силу вкачал, видимо. Костюм. Во. Вот это я понимаю. О, да. Галактика, ты заставил меня пойти на этот дурацкий праздник. Просто замечательно. Поверить ты не могу, молодец. Что тебе уже 10 лет. Надеюсь, тебе весело. Мама бы тобой гордилась, сынок. А теперь иди. Гуляй и веселись. Хорошо, что вы пришли. Куда гулять и веселиться? Я рад, что пришел. Думаю, это важно, поддерживать контакты с молодежью. Знаешь, праздник это часть удался. Моей работы. К тому же я люблю Джонас? Праздники. Привет, док. Конечно, офицер Гомес. Ну, народ, спасибо. Я знаю, вы можете сейчас получше. Отправлю спасибо. Его вниз. Это был Джонас по интеркому. Мы с ним приготовили тебе небольшой о, сюрприз. О, да, больше сюрпризов. Джонас ждет тебя внизу, на реакторном уровне. Иди к нему. Не думаю, что кто-то обидится, если ты пропадешь на пару минут. Хорошее название. Сайонара, бичес, я не вернусь. С днем рождения, девонька. Боже, надеюсь, праздник только начался. Какая я тебе девонька, тварь, я тебе не девчонка, мне не 5 лет, так что хватит назвать меня солнышком. Конечно же, тебе не 5 лет.
Ты большой десятилетний мужчина. Тебя я перебью. У тебя даже свой личный пип-бой. Я тебе сейчас знаешь свой личный покажу, что. По этому поводу я сочинил для тебя стих. Надеюсь, тебе понравится. Охренеть, прибор, гаечный ключ. Стих? Да вы шутите? Нет, правда, я специально для тебя его придумала. Я никогда не переписываю старые стихи. Ну, правда, был один день основателей, когда я не смогла ни с чем срифмовать слово «смотритель». Но ты заслуживаешь только навёхонького стихотворения. Хуитель! Ответишь, лохушка, я уже всё придумал. И читай, когда захочешь. Правда, такой идиот, как читать! Что такое читать? Серые стены, толстая сталь, тюрьма, казематы. Маленький человек в подземном мире. Мама, папа, я жив или умер? Нет, нет, возродись в чистом сиянии неона. Я вижу мужское лицо, твердый взгляд. Отец мне, отец каждому. Смотритель, хранитель жизни. Дисциплина, дисциплина, ответственность и любовь. Повиновение в этом спасение. Из личинки куколка, из куколки рабочая пчела. Жужжание, медовые соты из стали. Лучший первый, вот что значит один в числе 101. Пройдет время, и серый цвет стен станет цветом волос и души. Тогда придет вечный сон, яркий огонь знаменует покой. Слышь, баба! Ты, блядь, знаешь, что такое рифма вообще? Это то, что у тебя никогда не получается, дура тупая! Куда мне идти? Я в клинику. Какого хрена здесь все заперто? Открывайся, а вдруг я захочу геморрой свой проверить младенческий. Вообще, мне нужен психиатр. Я забываю. Кажется, все отлично развлекаются. Я забываю, что происходит. Я ничего не помню, что было в течение своей жизни. Кроме одного дня, где я пинал мячик. Помогите. Помогите. Я не хочу сдохнуть. Придется убивать, расчленять, насиловать людей. Что вы здесь делаете, молодой человек? Я думал, детям... Пришел у тебя засунуть головой в приборную панель. Сколько можешь, Джон, давай сюда мой сюрприз. О, теперь, когда тебе 10 лет, ты попусту времени не теряешь. Ну хорошо, мистер, давай приступим. Кстати, с днем рождения. Постой-ка минутку. Кажется, я слышу шаги. Тёлки будут? Тёлки будут? Тёлки будут? Папа хочет отдать тебе под... Ну что, хочешь получить сюрприз? Тёлки будут? Не люблю сюрпризов. А какой сюрприз? Смотритель выдал тебе пип-бой. Это значит, что теперь тебе будут поручать работу. Так что я решил, что пора обзавестись еще кое-чем. Настоящее пневматическое оружие. Убивать людей! Старое, убивать, конечно, людей! Но должно отлично так работать. Проверим на негре! Джонас нашел проверим его здесь на негре! Было оно в никудышном состоянии. Да-да-да-да-да-да. Мы добрых 3 месяца искали все необходимые запчасти. Знаешь, как трудно найти такую маленькую пружину. Хорошо, что Буч потерял свой выкидной нож. Ну, что скажешь? Хочешь попробовать? Кого убивать будем? Полегче. Это просто пневматическое ружье, но это не игрушка. Пошли его попробуем. Мы с Джонасом нашли отличное местечко. Следуй за мной. В смысле никого убивать не будем? Или нам оставить его себе? А чё делать-то тогда еще? Бать, ты можешь ходить быстрее? Топ-топ ножками. Топ-топ-топ-топ-топ-топ только. Ну, что скажешь? Можешь спускаться сюда и стрелять, когда захочешь. Вот дробовик, это было бы круто. Что ж, очень жаль. Может, тебе надо еще немного подрасти. Если оно тебе не нужно, я уверен, что смогу найти для него подходящего. Руки прочь! Руки убрал! А вы что нажмите? Сначала нужно его поставить. Гений. В смысле? Что? Понял. Это рат-таракан. Думаешь, сможешь пристрелить его из пневматического ружья? Просто прицелься и стреляй. С тобой все будет в порядке. Помню, похер было, что происходит. Молодец.
Я убийца. Одним рат-тараканом меньше. О, да. Ну-ка, давайте сделаем снимок на память. Запечатлим момент. Этот человек-убийца. Подпишем. Нас с охотником на крупную дичь. Стреляй по мишеням. Это ты зря. Слышишь? Это не игрушка. Ау! Аккуратнее, слышишь? Я тебе что-то пострелить. Улыбочку. Вздыхает. Шесть лет спустя. Насколько я могу судить, ты абсолютно здоровый 16-летний юноша. Так что да, ты должен пойти в класс и сдать козу. Пан Кихой! Ну, давай, тебя ждет экзамен. Ну я чуть плохо себя чувствую, правда. Нет, ничего подобного, правда. Ну правда, когда смотри, ноги нет. Когда я начинал изучать медицину, отрубил. Первым делом меня научили, как распознать воспаление хитрости у ребенка, который не хочет сдавать контроль. О, пап, ты такой смешной. Ты справишься. Ничего страшного в этом. Все сдают его в 16 лет. Я сдавал, ты сдашь, все сдают. А если пойдут прыгать с моста, ты тоже прыгнешь? Без проблем. А вас восстанет, вы же лохи. Как скажешь, папа. Это не моя прихоть. Таковы правила. Папа. Тебе исполнилось 16 лет, так что в этом году ты сдаешь козу. Пан Кихой! Да ладно. Ничего страшного в этом нет. Его все сдают. Ты справишься. Квалификационно-оценочный задачник администрации. Коза. Пан Кихой! Все в убежище сдают его в 16 лет. Помогает определить, какую работу ты получишь в убежище 101, когда немного повзрослеешь. Так что отвечай внимательно и постарайся не уснуть. Помнишь, как говорит смотритель? В убежище мы родились, в убежище мы умрем. Каждого тестируют, чтобы определить его склонности и обратить их на благо всех жителей убежища. Я еще на 6 лет засну. Знакомо? Неужели нам придется всю жизнь провести в убежище? Мы никогда не сможем его покинуть? Нельзя. И уж точно не стоит задавать таких вопросов. Особенно в присутствии смотрителя. Хочу кое-что тебе рассказать. Это очень важно, так что слушай внимательно. Это место, это убежище. Понимаю, оно не идеально. Но это твой дом. Тут ты в безопасности. Не переходи дорогу смотрителю. И так будет всегда. Понятно? Нужно ценить то, что имеешь. Кроме того, там снаружи творится такое, чего бы я тебе не желал. И твоя мама для тебя точно такого не хотела. Так говорит смотритель, верно? Он вряд ли кого-то еще сюда пустит. Так что, думаю... Надо считать варианты иногда, да? Теперь ты здесь. И это намного лучше, чем жить там, наверху. Мы с твоей матерью хотели, чтобы тебе ничего не угрожало. И здесь ты в безопасности. Ну ладно. Расскажи мне про маму. Твоя мама, она была прекрасна. Но совсем не той красотой, которая бросается в глаза. Уродина есть была. Есть многое, о чем никогда понятно, не расскажут. Страшная до жопы. Я в мамку пошел. И в ней было столько страсти. О-о-о. В жизни, в любви. Ну, правильно, по залету вышел. Она любила тебя. Да, когда я она понял. Забеременела, такой счастливой я никогда ее ну, раньше конечно не же, залетела ты и смогла все мужика выбить. О, страшная столько жопа. Столько всего для тебя планировала. И вот. Небось, в 15 еще, да? Хватит тянуть время, иди в класс. Пожалуйста, сынок, отнесись к профориентации серьезно. Так, и другой ориентации надо относиться, да? Не хочу, чтобы меня до смерти преследовал призрак твоей матери из-за того, что ее единственного ребенка определили в мусорщики. Зачем ты предопределяешь мою профориентацию? Береги себя, сынок. А теперь беги отсюда. И удачи тебе. Сам пошел он. Не все, я пошел. Димисер, отброч. Где выход вообще? Я забыл, я не помню, как я сюда вошел. Доброе утро. Эй, приятель. Давненько тебя у нас не было. Хоть большой день. Не хочешь? Так. Козы. Я покажу тебе.
настоящую туннельную змею. Мама. О, господи, Буч. Ну когда ты оставишь меня в покое? Ты смотри. Это ж заучка. Лох. У меня ща нет времени на твой дурацкий трёп. Так что брысь. Туннель змея, вы что, типа банда, да? Самая крутая банда в убежище 101. А то ты не знаешь. В этом убежище мы у руля. Тут все по-нашему. А ты держись от нас подальше, если зубы дороги. Кажется, вам тут весело. Это точно. А ты держись от нас подальше, если зубы дороги. У тебя больше фраз есть, нет? Туннельные змеи никому не по зубам. Уж точно не этой надутой папенькиной дочке. Если не отстанете от нее, получите от смотрителя. А ведь верно. Мы с ней потом разберемся. Как? Ладно, туннельные змеи. Много чести с этой дурой возиться. 47%! Есть то же самое, знаешь, что ты Fallout 2. Пошел нахуй. Пошли. Пошел тут лотком. Слава богу, все позади. Спасибо. Без тебя они бы не свалили, придурки. Не понимаю, почему они ко мне привязались. Ты мне карму испортила. Видно только потому, что мой папа смотритель. Идиоты. Пошла вон отсюда. И ты мне торт разрезал, тварь, да? Что еще, сэр? Вот и сиди теперь без сладкого. Без масла. Сливочного тебе в бак. А? А? А куда мне? Ну мне, видимо, не туда. Мне, видимо, туда. Приветствую. На вон классрум. Итак, все в сборе. Готовы к козе? Поверьте, на самом деле все не так и страшно. Все через это проходят. Что-то мне не здоровится, мистер Би, может, в другой раз дам. Папа тоже не повелся, да? А теперь, если больше вы ничего не хотите обсудить, садитесь и приготовьтесь к сдаче экзамена «Коза» версии 2274 года. Какого года? Ладно, я получу высший балл. Не сомневаюсь в этом. С учетом того, что здесь многовариантный выбор и нет неправильных ответов. Начнем, как только все усядутся. Удачи. Что с тобой сегодня? Знаете ли вы, что так, где мое место? Это дама я. Стоять. Почему у меня... Теперь, когда все добрались до класса, мы наконец-то можем начать. Почему у меня волосы? Никаких разговоров и даже не пытайтесь подглядывать. Да, я это вам говорю, мистер Дон. Конечно, мистер Бродж. Если поток остроумия иссяк, давайте приступим. Вопрос первый. К вам подбегает очумевший ученый и кричит. Я всажу свой квантовый гармонизатор в вашу фотонно-резонаторную камеру. Oh my. Что вы ответите? К вам подбегает... Так, но доктор, это же вызовет параболическую дестабилизацию сингулярности и расщепления. Чё? Иди я туда же, козёл! Без оговоров оглушить ученого, а Грефу по голове ближайшим числом предметом. Откуда вы знаете? Вдруг он собирался взрывать убежище? Можно молчать и быстренько удалиться, пока ученый не продолжит свой тирад. Естественно, надо ответить. Чё, тварь, что ли, какая-то сраная прибегает? С ноги так... Ну, пациенты с района! Четкие! В кабинет вваливается пациент с раной на ноге, воспаленной от неизвестной инфекции. Отсосать! Инфекция распространяется с пугающей скоростью. Но доктор ненадолго вышел. Ваше действие? Ампутировать ногу, пока инфекция не распространилась дальше. Громко звать на помощь. Обработать зараженную область медикаментами, насколько вы умеете. Зафиксировать пациента и спокойно наблюдать за распространением инфекции. О! Да! Это же личный цирк! Вопрос третий. На нижних уровнях убежища вы находите маленького потерявшегося мальчика. Он голоден и напуган, но кажется, у него с собой краденая вещь. Ваши действия... Сожрать мальчика! Обнять мальчика и сказать ему, что все будет хорошо! Силой конфисковать краденое и в наказание оставить мальчика там, где нашли. Залезть к мальчику в карман, вытащить краденое и предоставить его самому себе. Отвести мальчика в безопасное место, затем наложить ему смотрителю. Вот, силы конфисковать краденое и в наказание оставить мальчика там, где нашли. Вопрос четвертый. Поздравляем, вас взяли в бейсбольную команду убежища 101. Кем вы хотите быть? Я не хочу быть в бейсбольной команде. Никем, вот если бы у нас была футбольная команда, вот это да, другое дело. Вопрос пятый. Ваша бабушка приглашает вас на чай. К вашему удивлению, она дает вам пистолет...
и приказывает убить другого жителя убежища. Ваши действия. Убить этого жителя из пистолета, старшка, надо слушаться. Предложить самое ценное свое имущество в уплату за жизнь потенциальной жертвы. Попросите бабушки миниган, а то еще промарши ненароком. Выплеснуть чай бабушке в лицо. Блин, тут два лучших, два офигенных варианта. Чела, попросим у бабушки миниган. Не-не-не, в смысле. А можно выплеснуть чай бабушке в лицо? А попросите бабушки миниган, а то еще промарши ненароком. Вопрос шестой. Старый мистер Абернатти снова заперся у себя в комнате. Вам приказали извлечь его оттуда. Как вы это сделаете? Миниганом! Вскройте замок на его двери, шпилька для волос, вымените у местного хулигана петарду и взорвете дверь. Отправитесь в арсенал, возьмете лазерный пистолет и разряйте замок, отправитесь по своим делам, пусть дедуля помаринует. Действительно, чё? Зачем дедуля вопрос нужен? Вопрос седьмой. О, нет! Вас облучила радиация. В смысле, о, нет? О, да! Живота выросла треть. О, да! Какой лучший способ лечения? Не лечить! Пуля в лоб. Антимутаген в больших дозах. Молитва. Может, Господь пощадит вас в обмен на праведную жизнь? Удаление мутирующей ткани прецизионным лазером. Ну, блин, удаление мутирующей ткани. Вопрос восьмой. У другого жителя убежища 101 есть первый выпуск комикса «Грогнак Варвар». Вы очень хотите его заполучить. Как лучше всего завладеть им? Отпить. Выменить комикс на какое-нибудь ваше имущество по цене, отобрать комикс под дулом пистолета, прокрасться в квартиру жителя и стащить комикс со стола, подсыпать жителю в ядер колу, быстро сжать действующий снотворный и забрать книжку, пока он валяется в отключке. Можно его просто убить? Под дулом пистолета, конечно. Чё думать-то? Вопрос девятый. Вы решили подшутить над отцом. Вы вошли в его личную уборную, где никто вас не видит, и... Открутили гайки на сливных трубах, когда папа включит воду, стучится потоп, засунули в унитаз лопушку, это точно вызовет суматоху, подорвет его яйца. Взломали запертый шкафчик с лекарствами и заменили его лекарством от гипертонии на таблетки глюкозы. Нахимичились его электробритой, превратив ее по характеристикам в шокер. Черт, лопушка самая охрененная. Вопрос десятый. Кто, без сомнения, самый важный человек в убежище 101? Я. Тот, кто защищает нас от суровой атомной пустоши, кому мы обязаны всем, что имеем, даже нашими жизнями. Блин, ну Telltale! Отложили ручки, господа, время вышло. Смотритель да запомнит. Это знаменитая коза. Уверен, большинство из вас справилось без проблем. Что же до остальных? У ремонтников всегда дефицит кадров. Уходя, не забудьте сдать работы. Даже не спрашивайте, что случилось с теми, кто не сдал. Они сдали ее еще разок, да? Остаток дня у вас свободен. Можете праздновать или молиться, в зависимости от ситуации. Надо же! Ну надо же! Семейный психотерапевт убежища. Мне уже почти что хочется жениться, чтобы воспользоваться твоими услугами. Какой семейный психотерапевт! Ну и ладно, ответ выбран случайно. Вы и так застряли на этой работе? Это гораздо ближе к истине, чем ты думаешь. Знаешь, в твоем возрасте я был таким же нахалом. Не отнесся к экзамену серьезно и... Видишь, где оказался. Вообще насрать. Только между нами, ладно? Весь этот тест — просто чушь собачья. Если тебе не нравятся результаты, могу подправить твои баллы, как пожелаешь. Только скажи. Наука, красноречие и безоружие — что это за нах? Каким образом это вообще как бы я выбрал... Что-то бред какой-то. Ну как, у нас холодное оружие, без оружия и, мать его, тяжелое оружие. Вот это идеально будет. Самое то. Изи. Погнали. Жду вас завтра с утра. 3 года спустя.
Давай, просыпайся! I'm not going to be around to hold your hand forever. Давай, просыпайся! Я 3 года спал, что ли? Оставь меня в покое, спать хочу. Нет, вставай, немедленно. Если тебя поймают люди моего отца, я не знаю, что может случиться. Зачем меня искать, чтобы не случилось, это не я. Дело не в идиотских проделках. Твой папа как-то ушел из убежища. И теперь мой отец взбесился. Джонас мертв. Так что лучше слушай меня и шевелись. Если не хочешь, чтобы с тобой то же самое случилось. Кажется, надо шевелиться. Наконец-то ты меня слушаешь, а? Джонас мертв, если тебя это интересует. Он помогал сбежать твоему отцу. За это его убили. А теперь убирайся отсюда к черту, потому что за тобой уже идут. Да пошел ты. Мне нужно сбежать из убежища, и ты мне поможешь. Именно это я и предлагаю. Послушай, в кабинете моего отца есть секретный тоннель. Он ведет прямо к выходу. Чтобы открыть его, тебе придется взломать компьютер в его кабинете. Держи. Это чтобы открыть дверь в его кабинет. Я всегда так туда прохожу. Как все сложно. Почему нельзя просто выйти отсюда обычным путем? Мой отец не дурак. Он запечатал дверь к выходу, чтобы никто больше не сбежал. Тоннель — единственный выход наружу. Просто поверь мне. Да, вот еще что. Я украл у отца пистолет. Надеюсь, он тебе не понадобится, но лучше возьми, на всякий случай. Мило, пригодится, если я нарвусь на громил твоего отца. Надеюсь, ты шутишь. Даже с пистолетом ты не победишь всю службу безопасности. Ладно, встретимся у выхода. Удачи. Так. Встретимся у двери в убежище, если у меня получится. Все, забираем нахрен, все мое. Берем все. Что еще есть? Я готов сотрудничать. Погнали. Вот он. А ну стой. Так, спокойно. Вещи это с меня. Попался. Просто взял, отхерачил всех. Идеально, погнали. У, твари. Где моя ховка? Кто стырил мою колбасу? Моя мама одна в комнате с рат-тараканами! Буч просит меня о помощи, если бы ты только знал, что значит слово ирония. Да, я прошу тебя помочь. И что? Слушай, ты извини, что я с тобой так обращался. Ты же знаешь, на самом деле все это были шутки, верно? Но там моя мама! Ты же не можешь оставить ее там с рат-тараканами! Слушай, а зачем тебе моя помощь? Ты что, боишься пары рат-тараканов? Ну, да, я ненавижу рат-тараканов. Ну и что? Я пытался к ней вернуться, клянусь, пытался, но я не могу. Умоляю тебя, помоги ей! Не знаю, что я буду делать без мамы. Ты большой, а не маленький. Вернись туда и размажь их, будь героем. Нет! Нет, я туда не вернусь, я не могу! Прости, Буч, справляйся сам, мне пора идти. Ты редкостная свинья, знаешь? Ненавижу тебя! Что ты сказал? Что ты сказал, мать твою? Буч, сюда! Офицер! Что ты делаешь? Изи! Говорит смотритель. Всем жителям убежища 101, просьба оставаться... Ха! Нападение рат-тараканов... Какие рат-тараканы? Ты о чем? Все шикарно! Люди умирают! И она тоже сейчас сдохнет. О, да! Погоди. Понравилось тебе? Так, что у тебя есть? Водка, нормально. Так... Так, я смотрю, взрослая эта жизнь началась. Началась, мать его, взрослая жизнь. Где водяра?
В смысле, где вод... Где водяра? О, да. Погнали. Интеллект не нужен. У вас развилась зависимость. Приведите новую дозу химиката, чтобы купить побочный эффект, или обратитесь к врачу, чтобы вылечиться от зависимости. Чё поделать? Теперь я алкоголик. Все нормально. А это нельзя забрать? Твою мать. Блин, я карандаш самое нужное вообще, что есть вообще на этом свете. Итак, теперь я алкоголик. Что мне делать? Мне только дали выйти из помещения, как я уже сразу алкоголик. Да какая скрытая, ты о чем? Мне бита. Пошел нахер. Больше комбинезонов. Нахер идешь? Ты еще кто? Не чините препятствия службе безопасности. Нормально, прикинь, всех рат-тараканы уничтожили. Просто ж, что это за убежище такое, которое просто уничтожено было рат-тараканами? Блин, ну окей, окей, окей. Скрытность, скрытность. Скрытность пошла. У вас руки из жопы, что ли, растут? Здорово. Ах ты, нихера себе. Да, я знаю как. Отстаньте от меня. Энди, стой, тварь. Ну ладно. Убегайте, сосунки. Всем жителям убежища 101, просьба оставаться... Ща бы знать, куда идти? Чёрт, а куда мне идти? Не чините препятствия службе безопасности. Сюда? Сюда. О, чёрт, экраны прогрузки тоже глючат. Фак. Мы должны вернуться в свои комнаты. Это же наш единственный шанс, как ты не понимаешь? Серьезно? Мы уйдем отсюда прямо как доктор. Я никому не позволю нас остановить. Это проблема. Это, мать его, очень большая проблема. Я даже не могу в паузу сейчас зайти. Мы должны... Я починил! Угадайте, в чем была проблема. Вот просто сейчас, ну просто прикинь несколько вариантов. Там видеокарта, DirectX, кодеки, прочее говно. Вы не поверите. Проблема была... Заключалась в файлах игры, музыкальных файлах игры. Том, нет, какая озвучка потрясающая. Не, ну может быть кодеки в чем-то виноваты, но я переставил кодеки. Я использовал множество различных утилит, чтобы кодеки поправить. У меня не заработало. Я поискал в интернете... В чем проблема? Ну, в общем, я случайно наткнулся на решение проблемы. Нужно папку Music, в которой музыка игры лежит вся, которая в MP3 почему-то представлена. Это вообще тупое решение. Переименовать, ну, либо удалить. Поэтому, ну, как бы, это единственное решение. Поэтому будем, как бы, играть без музыки. Но я и так в любом случае бы радио не включал. Но музыки, как такой контекста не будет, будет тупо тишина. И какие-то, ну, звуки повсюду. Я убрал, понимаете, эту музыку, и у меня все нормально загружается. И меню, и локации, и прочее. Как это, блядь, делалось, я не знаю, если честно. Может быть, у меня что-то с компом... Ну, не, ну, это не у меня одного проблема, понимаете? У множества людей есть такая проблема. Вот в интернете просто посмотрите. Не знаю, вбейте там что-нибудь в духе Fallout 3, rename music folder, и вы увидите то, что множество людей задают этот вопрос, в чем может быть проблема, как ее исправить, чтобы музыку слушать, и мне отвечают. То есть это не у меня одного проблема. То есть это не проблема конкретно моя, не проблема конкретно моего железа, это просто играть кусок дерьма неоптимизированного. Ну ладно. Не вылетает уже, хорошо, погнали как бы. У нас так до этого совмета не было музыки, так что... Ух ты, твари. Нравится, ублюдок, нравится. А тебе нравится, тварь, а? Нравится тебе? Блин, заперто, очень сложный козел. Броня нахер, броню. Так, ладно, хорошо, броня.
Так. Отхерачил. Берем. Блин, это ж столько всего можно будет забрать на собой. Так, урон 10, отлично. Пока что как бы... А как это делать, слушайте? А, точно. Давайте попробуем пострелять. Я же вообще не попадаю. Не должен попадать. И да, на это у меня ушло, мать его, целый день, понимаете? Я просто вместо того, чтобы проходить эту игру, да? Часов 10 там наиграть, я, мать его, исправлял все. Куда ж тебе выстрелить-то? Holy shit! Так, ну, может быть, стоило брать, конечно, что-нибудь тебе на оружие, на выстрелы и так далее, ну ладно. До свидания. Знаешь, левая нога... Какая разница, какая нога у Рат-таракана повреждена, блин? У него поврежден мозг. Здорово, начальник охраны. Как твои дела? Погнали. Это ты зря, это ты зря. Я, короче, предводитель рад тараканов. Ты что, не знал, что ли? Ох, урод. Да, я здесь. Чё хочешь? Я твою бейсболку соберу. Ща, погоди, вскрою тебя. Зачем дверь, и тебя тоже вскрою, братан. Ну, хоть на геймпаде играй, если честно. Оу, oh май, я видел фильм, который начинался точно так же. Может, офицеру Маку это и нравится, но мне нет. Просто скажи... Погоди. Ты где найти твоего приятеля? Нам нужно с ним поговорить. Он мой друг. Я о нем беспокоилась. При чем тут... Лерой Дженкинс! Ты издеваешься? Вот он! Ты... Ты кто? Пошли нах все! Так, баба где? Изи. Так, а где баба? Не понял, баба! Баба, стой, я тебя спас! Ты думаешь, я зачем дубинку взял? Я тебя тоже бить буду! Здорово! Боже, какой ужас! Он мертв! Поняла, что ты... А, без сознания. Блин, братуха, ты без сознания. Капец. Капец, ты долго без сознания. Охренеть, ты долго без сознания. Какого хрена? Ты очень часто без сознания, братух. Сеструх, ты смотри, так можно как бы и залететь. По всем возможным как бы возможностям. Так. Здравствуйте. Весточка от отца. Пошлю тебя на небо за весточку. Пароль темнату, пароль Амата. Подожди, Джонас. Сначала мне нужно это записать. Даже не знаю, как тебе это сказать. Я надеюсь, что ты поймешь, но... Понимаю, что наверняка разозлишься. Я очень долго думал об этом... Но в конце концов решил, что лучше ничего тебе не говорить. Столько всего могло сорваться, и невозможно предсказать, как отреагирует смотритель, когда узнает. Пусть лучше во всем он винит меня. Вероятно, ты уже знаешь, что я ушел. Я должен был это сделать. Ты уже взрослый человек. Ты можешь жить самостоятельно. Может, однажды все изменится, и мы снова сможем увидеться. Я не скажу тебе, почему ушел и куда направляюсь. Не ищи меня. Я этого не хочу. А ну прекрати! Жизнь в убежище не идеальна, но здесь ты, по крайней мере, в безопасности. Мне достаточно просто знать об этом, чтобы жить дальше. Не хочу тебя торопить, док, но нам и правда пора. Ладно, пошли. Прощай. Я люблю тебя.
Блин, бать просто сказал, ты сказал потом, я узнал то, что ты, мать его, не мой, ты приемный. Видите, видите, я же говорил, я реально как бы не его сын. Он меня кинул. Да ты хватит вставать, сколько вот его можно, хватит. Тор сама ты поврежден, знаете, догоняет меня. О май гад, ломка. Это я просто перебухал, сори, братух. Насилие в семье, насилие в семье. О, я беру все. О, я еще. О, господи, можно еще мента ты же принять. Твою мать! Твою ж мать! Так. Блин, да где оно? Я постоянно терялся в этом дерьме. Кто придумал это, просто говнюк. Снаряжение. Помощь. Ментаты. Восприятие плюс 5, интеллект плюс 5. О, да. Будем ментатами упарываться. Я вбил уже пароль, давай. Так, просмотр секретных досье. Туннельные змеи. Если бучи его отребья, вырядившиеся в кожаные куртки, еще раз пристанут к Амати, им придется иметь дело кое с кем покруче, чем их строгий учитель. Их услуги иногда бывали полезны, это так, но они становятся неуправляемым. Если собаки дичают, им нужно показать, кто здесь хозяин. Нам не следует напомнить об этом бучу при нашей следующей встрече. Окей. Беатрис. Как раз то, что нужно убежище 101, пустоголовый бесполый подхалим. Беатрис многие годы приносила пользу убежищу, но ее разум слабеет. Мне следует поговорить с нашим добрым доктором о каком-либо надежном медицинском решении этой проблемы. По крайней мере, ей будет комфортно, а нам спокойно, и так до конца ее жизни. Джонас. Мне не следовало назначать Джонаса ассистентом Джеймс. Джонас всегда был идеалистом, теперь он все без остатка время проводит с нашим добрым доктором, который радостно забивает ему уши уже более идеалистичной ерундой. Я подумал о другой работе для него, но по правде Джонас исключительно хороший медик, и его переназначение означало бы потерю ресурсов убежища. Амата. Всякий раз, когда я пытаюсь поговорить с Аматой по душам, она отдаляется от меня все больше и больше. С раннего детства я старался внушить ей уважение главным добродетелям, сделавшим это убежище таковым. Каково оно сейчас? Лояльность, честность, выполнение обязанностей, самоотверженная работа. И еще херачил, видимо, ее каждый день, поэтому у нее сейчас сопротивление к этому всему. Она никак не сдыхает. Она старалась идти этой дорогой, и под моим чутким руководством выросла в достойную молодую женщину. От этого еще горше, что она продолжает избегать меня. Она смотрит на меня и видит во мне смотрителя, а не отца, с которым один... Который один заботился о ней. Один! С самого ее младенчества. Полевые отчеты. Отчет. Уровень радиации рядом с убежищем более не является опасным для жизни, но по-прежнему выше нормы. Часто встречаются участки повышенной зараженности. Гигантские муравьи. Бла-бла-бла. Мегатон. Ладно, давайте почитаем, что там мегатон. Человеческой цивилизации удалось выжить, несмотря ни на что. Мы обнаружили поселение, называемое Мегатонна. Обитатели, хотя и отнеслись к нам поначалу с недоверием, затем радушно пригласили в свой городок. Мы провели в Мегатоне немало времени и многое узнали от поселенцев столичной пустоши. Мегатон — это укрепленный форпост цивилизации, но представляется, что гигантские муравьи наименьшие из опасности этого нового мира. Мы решили, что разумнее будет вернуться в убежище немедленно, чтобы в свете новых данных пересмотреть свои планы исследований. Окей, неважно. Инструкции Волтека. Письмо смотрителю. Если вы читаете, это значит экстренные процедуры интернирования убежища инициированы, и вы вместе с контрольной группой заперты в убежище. Поздравления! Вы теперь важнейшая часть самой амбициозной программы, когда-либо проводившейся в Волтек. Если вы еще не вскрыли запечатанный конверт и не прошли инструкции, сделайте это сейчас. В них рассказано о задачах, поставленных перед вашей контрольной группой. Пожалуйста, помните, что любое отклонение от указаний поставит под угрозу успех программы и может быть сочтено корпорацией Волтек основанием для прекращения работы. Ваше убежище может входить или не входить в список убежищ, получающих модуль ГЭК. Подробности смотрите в приложении А. Доктор Станислав Брон. Окей, ладно. Убежище 101 не получит модуль ГЭК и должно осуществлять свои функции в соответствии с указаниями, выданными смотрителю в запечатанном конверте. Научные разработки. Говоря простыми словами, ГЭК – образчик самой передовой технологии, когда-либо разрабатывающейся в Волтек. Это почвообразующий модуль, способный создать жизнь на фоне полного ее отсутствия. Переждав...
Мы все это как бы Fallout 2 слышали, ну ладно. Блин, как бы... А смысл убежища? Ну, это, полагаю, это какая-нибудь симуляция железного занавеса. Мы же странные коммунисты. Продолжаем дело Новодворской, погнали. Херачить всех дубиной. Это то, что дело Новодворское. Ладно, как бы, ну, этой херней херачишь, ну такое себе. Не знаю, зачем нажал ремонт. Блин, вы не поверите, но мне не хватает сенсы. Вот серьезно. Экран. Так, вопросы, где сенса? Клавиши? Я просто убавил в ноль. Ну, может, мне как бы нормально быть, но нет. Блин, прибавил на 2 и все, сразу жопа. Ладно, видимо, тут как бы... Ну, а так слишком быстро. Угу. Тут нет нормальной сенсы. Тут есть только жопная и быстрая. Ну, а это как бы очень медленно, ну ладно. На самом деле, кстати, то, что музыки не будет, это такое себе упущение, потому что это же больше погружения. Тут единственная музыка, которую я помню, которая была мне более-менее запомнилась, это музыка, когда ты выходишь из убежища, все. Поставлю ее вам отдельно для погружения. На дно. Ключ. Да какой ключ? Я тебе где его достану? Let's go! Позовите смотрителя, нам немедленно нужно открыть эту дверь. О, господи! Тебе удалось ее. А, то есть теперь ты не без сознания, да? Как тебя убить, если ты не убиваешься? Смотрите на это мертвое лицо. Это же просто... Хорошо. Следующий шлюха Мегатона. Я понимаю, тебе хотелось мне помочь, но тебе... Да! Тебе не стоило убивать его. В смысле не стоило убивать его? Убивать его было так приятно, а теперь убирайся с дороги. С удовольствием. Я не зову охрану только из уважения к твоему отцу. Не хочу, чтобы он потерял единственного близкого человека. Только из уважения, а еще мне избито. Отсюда, пока я не передумала. Так, спокойно, подожди. Я тоже передумал. Я знал, никуда тебе не деться. Еще хочешь? Не стоило пытаться сбежать. В меня попали! Издеваетесь? В меня попали! А можно их убить? Ладно, я понял. Я вас понял. Погнали. Твой отец нас всех предал. Так, погоди. Стой, подожди. Вот от тебя битый. Ножик же еще есть. Твою мать, как же плохо. Пошел вон отсюда. Так, где тут баба? Баба, иди сюда. Я просто все убежище 101 вырежу нахрен. А это куда? Тут что-нибудь вообще есть? Блин. Нам все взорвать нахрен. Так, баба, ты где? Фак. Охренеть, взломы. Блин, а почему у меня столько силы, я не могу взломать силой? What the fuck? Баба, стой! А, ну ладно. Меня тут уже всех убило, она исчезла. Я хотел получить, как бы, возмездие. Так, а мы где? А нам куда? Нам сюда. Нам туда. Нам туда? Или нам сюда? Нам сюда.
Fuck you, ублюдки, я сваливаю из этого говна. Let's go. Переключения. Насиловать битой идеально. Fuck you, boys. А можешь мне назад? Я труселя забыл. И пожрать. Fuck. Так, первое, что мне нужно сделать, это найти труселя и пожрать. Ну или сожрать труселя. Сменить имя. Я хорош. Сменить раз в пол. Я хорош. Изменить параметры спешл. Так. Интеллект тупо минус один. Харизма. Тупо минус один. Все, мать его, выносливость. Все. Нет. Харизмы нет. Вы видели ту харизму? Вы видели этот интеллект? Их нет. Окей. Изменить призовые навыки. Ну, по-моему, идеально. Тяжелое оружие, холодное оружие и без оружия. Все отлично. То, что мне дали... Я как-то хреново год сдал, там сразу видно то, что ЕГЭ проплачено было. Готово. Прощай, убежище 101. Fuck you.